Первые машины дирекции благоустройства города выехали еще в 4:00 утра, как раз с первым снегопадом. Погоду в управлении мониторят постоянно. Камеры видеонаблюдения установлены на 26 перекрестках центральных улиц. Поэтому и отреагировали на непогоду быстро. Днем техники на дорогах города стало еще больше. На улице города сейчас 21 пескоразбрасывающая машина. Они выстроены в колонны, они обработали улицы, они заметают улицы и заново будут обрабатывать. При необходимости такой процесс будет продолжаться до полного окончания таких погодных явлений. Также у нас работают 8 тракторов в городе, это на расчистке тротуаров. Один у нас чистит, который он обрабатывает тротуары. Техники на данный момент, говорят, хватает. Помогают и люди. Спецы с лопатами расчищают остановки общественного транспорта, переходы и подходы к социальным объектам. В дирекции благоустройства отметили, что работать сотрудники будут как минимум до окончания непогоды. Работать будут усиленно, в несколько смен. Расчистка дорог будет продолжаться также в ночное время. У нас после пересменка работы будут продолжиться, и ночью будет город расчищаться еще дополнительно. Ирина Трошина добавила, что нужно понять, одномоментно город от снега не расчистишь. А уж тем более после такого обильного снегопада. Это долгая и кропотливая работа. У автомобилей заканчивается топливо и пескосоляная смесь. Они постоянно возвращаются на дозаправку и снова выезжают на улицы города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».